вышел трейлер мультсериала от создателя «Симпсонов». По сюжету, прямо со своей свадьбы принцесса убегает вместе с эльфом и чертом, чтобы самостоятельно выбирать свою судьбу. Компания Netflix представила первый трейлер мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Граунинга. По сюжету, прямо со своей свадьбы принцесса убегает вместе с эльфом и чертом, чтобы самостоятельно выбирать свою судьбу. На своем пути она будет много путешествовать и даже работать мясником в зоомагазине. Премьера мультсериала запланирована на 17 августа 2018 года на телеканале Netflix. Ранее Netflix опубликовал на своем канале первый тизер мультсериала «Разочарование». До этого сервис показал первые кадры мультсериала. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.